Доброе утро всем. Ну вот, новое платьишко. Замечательно. Вам нравится? Мне да, мне нравится. Вот, вообще. Вот это мой размер. Так, ладно. Я поставила куриные косточки от курицы варить. На супчик варится. Так, почистила 4 луковки. 4 луковки почистила. Я буду варить борщ. Борщ. Так, а что хотела сказать? Ну, второе-то. Господи. А, так, значит, я варю борщ, а на второе мы сделаем пюре с колбасой. Вот такая вот у нас сегодня будет. Сегодня такой обед будет у нас. 5-й день эксперимента. Пишут, выживание это не выживание, это экономия. 2 разные вещи. Вот. Так что сюда переставлю. Прохладно. Прохладно. Нет, у меня халат все время здесь. Так что, девочки. А, лук. Хочу сделать луковую икру. Вот. И надо, у меня мука-то, в принципе, есть. Что-то постряпать, наверное. Посмотрим. Еще яйца есть. Может, блинов сделаю. В общем, посмотрим. Повыображала перед вами, девочки. Мне очень нравится. Вот даже цвет такой. Вот прямо вообще. Я говорю, его выстирала. Выстирала. Я в тазике сполоснула. В горячей воде немножечко этого порошка. Все. Закинула. В ванной у меня веревочки закинула. Ему ничего не делается. Оно не мнется. Оно не выцветает. Через 10 лет оно будет такое же. Ткань холодок. Губы не покрасила. Пойду покрашу. Вот. Пока не забыла. Мне там написали Саше туалетную воду. Типа, мне нравится. Девочки, у меня астма. Да. Я выбираю сладкий. Совсем вот нежный-нежный, чтобы был. Выбираю, я ему туалетную воду покупаю постоянно. И действительно, чтобы нравился мне. Саше, я знаю, что точно понравится. Потому что как-то он купил, я говорю, убирай, я задыхаюсь. Мне же нельзя такие резкие запахи. Так что выбираю мужу я. Извините, пожалуйста. Вот. Ну, там еще много чего писали. Я на это внимание не буду обращать. Как всегда, Саша у меня голодный, Миша на первом месте. Мы их не берем. Даже не хочу разговаривать про них. А всем остальным девчонкам, мальчишкам огромное спасибо за поздравления. Нам очень приятно. И Саше очень приятно. Ну, все. Сейчас приготовим борщ. Борщ все знают. Каждый варит по-своему, каждая хозяйка. А у меня пока варится эти косточки. Я решила составить список семян.
Ну и надо прогуляться до магазина. Вот. Вот список составлю. Список составлю, схожу в магазин, если что куплю, конечно же, я покажу. Вот здесь у меня до этого были вот семена. Ну, я тут больше записываю цветы больше. И, конечно же, я поделюсь с вами. Сейчас почищу картошку, подготовлю капусту и так далее. Это никому не интересно, правда же? Так, девчонки, у меня уже картошка, капуста квашеная достала из морозилки в супе. Вот. И знаете что? У меня овощной рагу чуть-чуть осталось. Вчерашнее. Я его сюда. Вот и мои косточки я достала. Сейчас мясо обдеру. Вот эта штучка. Вот эта штучка. Тут что найде будет. Вот. Так, у меня закипает. Картошка у меня чищенная была в холодильнике. Капусты квашеной добавила. И вот это рагу. Будет замечательно. И сейчас вареная свекла. Я не буду ее обжаривать. Сейчас посмотрю всю, не всю. Когда вареную кладешь свеклу, она не пахнет свеклой. А если бы сырая, конечно, я бы ее попассеровала. Так, сейчас посмотрим. Всю сейчас ее выложу. Всю свеколку. И сейчас будем пробовать. Песочек добавим, яблочный уксус, лаврушечку я кладу. Приправку свою сухую. И все. Мяско сейчас оберу с косточек сюда. Ой, кастрюля полная получилась. Борщ у меня и Миша будут кушать. Борщ они у меня любят. Вот я кастрюлю побольше и взяла. Как раз нам на 3 оставшиеся дня борща. О! Суп у меня кушают только в обед. Это я могу поесть на ужин. А мужички мои нет. Только в обед. Так что сейчас вот покипит это все у меня. И буду пробовать, что будем добавлять. Вот так. Вот мой фартук у меня спрашивали. Просто он у меня висит в ванной. А этот здесь, который другой-то фартучек. Ну, и я иногда раз быстренько достаю, который лежит здесь. Девочки, мне очень платье нравится. Я, наверное, еще закажу. Там еще другие расцветки есть. И что хочу сказать, там есть большие размеры. Вот 62 точно есть. 58, 56, 62. Это точно есть. Кому надо, я напишу артикул. Пишите. Вот. Так, ну ладно.
Все, девчонки, мальчишки, все я заправила. Добавила яблочного уксуса столовую ложку, сахарочку по вкусу, соли добавила, лаврушечка где-то здесь плавает и свою сухую приправку. Сейчас оно у меня будет еще мяско, немного, но мяско здесь вот как не зачерпнешь, как говорится. Вон горошек зеленый. Да, будет с фасолью попробовать борщ. А у меня есть фасоль для салата. Я покупаю в баночке красная. Девчонки, напишите, с ней можно борщ сварить? Вот салат-то я с фасолью делаю. Она Мишка спросить. Это. Сейчас покажу, какая фасолька у меня. Так, фасолька. Где она, фасолька? В чижике покупаю. Недорогая. Стоит. Вот я еще ее перед Новым годом брала. Думаю, мало ли, салатик сделаю. Вот с ней можно, интересно, борщ сварить? А что нельзя-то, правда? Я думаю, что можно. Все, борщ готов. Я убавляю, и пусть крышечкой крышечкой-то тут у меня прямо полнёхонько. Очень вкусный борщ. Это даже он, конечно, густоватый даже получился. Как говорится, мне опять мужчину хлебать. О, зелень сейчас закину. Сейчас. Вот забываю я про нее все время. Замороженная у меня. Вот она. Хватит. Саша не очень это все любит. А так немножечко, и он не заметит. Вот и все. И мне пишут, нечестно, что ты используешь свои овощи. Нет, все честно. Я для того и выращиваю. Все честно. Если бы я покупала овощи, я бы кое-что не купила бы. Вот. Может, курицу не брала бы. Как-то бы, не знаю. Овощи не такие дорогие сейчас вот у нас. Я уже говорила об этом. Они весной будут дорогие. Весной, да. Овощи, и картошка под 100 рублей. Да вообще все. Свеколку прибрала, оставила вареной. Может, что-нибудь сделаю себе. И икру из свеклы делают. Так вот, я бы сделала, да кто есть-то будет. В общем, все. Выключаю. Нет, не выключаю, пусть постоит. Попреет. Так, девчонки, луковую икру начала делать. Весь лук я порезала кубиком, налила растительное масло и поставила его на огонь. Нам надо, как сказать, чтобы он типа тушился. Огонечек можно сделать средненький. Я сейчас сразу сюда добавляю соль и сахар. Потом будем пробовать чайную ложку соли. У меня эти меньше ложечки. И я добавлю пока столовую ложку сахара. Потом будем пробовать и корректировать, что нам
еще добавить. На этом этапе пока все. Средний огонечек. Крышкой я закрывать не буду. Размешали. И пусть типа жарится, тушится вот так. Масло побольше. Ну и все. Так, подготовила чесночок. 3 зубчика такие средненькие. Достала сливовицу. Буду добавлять вместо томатной пасты. Потому что сливовица состоит, там томатная паста. Кто смотрел мой рецепт, вот, оно все сырое. И там немножко остренькое есть, так что я ее кладу, ну, где считаю нужным. Так, поперчила. Чесночок закинула. Смотрите, как он уже поджарился. Попробовала. Я добавила чуть-чуть соли. Песочку достаточно. И сейчас я сюда добавляю сливовицу. Очень-очень вкусно уже. Перемешаю ее. Кому сливовицу рецепт надо, девчонки? Ладно. Это я скину. Пишите. Сейчас посмотрим, если что, еще добавим. Это луковая икра. Ее на любой бутерброд с кусочком хлебушка, любой гарнир. Я, наверное, сегодня даже пюре, может, и не буду делать. Я лучше отварю картошечки. И вот эта луковая икорка. Колбаска. Так, наверное, еще добавить. Не очень цвет красный. Ладно, пусть тушится потом. Сейчас маленечко надо ей дать потушиться, на огонечек убавить. Попробую, если что, добавлю еще. Я вот думаю, эту свекольную икру тоже попробовать. Сейчас, девчонки, попробую прямо. Вообще, очень вкусно. Ну, без сливовицы было уже. Ну, а что невкусно? Жареный лук, да? Сейчас попробуем. Девчонки, все достаточно. Ничего. Я больше не добавляю. Сейчас еще несколько минуточек, чтобы все это соединилось у нас. И я буду выключать. Все. Вкуснотища. Девчонки, пробую. Она еще горячая. Ну, прямо вот прямо хочу. Очень вкусно получилось. Конечно же, я ее попробовала. Вкуснятина. Очень вкусно. Конечно же, вы все это все знаете.
Я напомнила. Я сама забыла. И готовится очень быстро и вкусно. С картошечкой. Да хоть с рожками, хоть с рисом. Замечательно. Ну и все. На ужин отварю картошечку с колбаской. В обед борщ у нас. Замечательно. Но посмотрю. Может, сделаю блинов. Яйца есть, масло есть, мука есть. На воде. И с луковой икрой завернуть блинчик и с чаем. Вкусно. Очень вкусно. Понимаю, не всем можно. Но кому можно, значит, будем кушать. Вот. Борщок. Будем обедать. Вкусненький. Всем приятного аппетита. Я поставила картошечку на ужин варить. Вот. Просто отварная картошка будет с колбасой. Посолила. Вот и все. Ну, вот такой вот ужин. У нас еще запекается картошечка. Огурчики. Будет, не будет, но на тарелочку положим. Вот так. В томатном соке. Картошка запекется, я вам покажу. Ужин. Так, ну, картошка запекется, я покажу вам. Все-таки как хорошо иметь свои огурчики. Запеченная отварной картошечкой вообще. Так, сейчас достаю. Вот такая вот. Ну, здесь с приправками из-за этого. Саша, он вообще не любит запеченную картошку. Вот. Так что, девчонки, всем приятного аппетита. Что хочу сказать? Пожелать всем крепкого здоровья. Хорошего настроения, мирного неба над головой. Всем всего-всего доброго. Всем пока-пока.